Всем привет. Ну, как я и говорил, генерал. Форма грома. А еще они к нему Карлана добавили. Думаю, что это что-то изменит. Как обычно, берем отрядик. Любой хил. Эту посередине, чтобы если вдруг ее бить начнут, мы ее хильнули. Вперед. Из хорошего, когда ты жмешь ешку, он тратит свое хп, вместо того, чтобы тратить очки навыков. На этом хорошее кончается. Бафнем еще раз генерала. Это мы и так ноль захватим. Ну еще так. Опять же, у этого ульта в любом случае накапливалось бы. Хорошо. По факту это самый легкий из всех вот этих вызовов. Это реально хорош. Но собран он, конечно, отвратительно. Здесь по-прежнему тратим хп. Здесь... накидываем урон, выходим на ульту. Ну, начинаем яростно ультовать. Опять же, примерно то же самое было бы банально. Ударь мы этим упырем, он как раз бьет вот здесь. Генерала просто форсит. По-другому не могу на это смотреть. Сколько плохо здесь показано Цзинлю и... пипец. Цзинлю, пожиратель. Если играть на совсем нулевом аккаунте, то с ними проблемы. А этот вообще, я думаю, без проблем все пройдет.
Ну, с карточками. Тем более, почему-то у него энергии так много. Внезапно. Чтобы он обязательно ультовал. Собственно, чтобы он ультовал, нам надо обязательно пробить вот что-то вот так. И это сделано для того, чтобы когда шла очередь генерала, он обязательно пробил, извиняюсь. ライテよ、ここへ。タッチ、キル。タッチ、キル。話し合いましょう。一気に片付けましょう。これくらい造作もない。 Зверский урон от орла. В нормальной игре вы такие не увидите. Ну что-то он может. Хватило энергии. Можем это исправить, если что-то. Но, правда, это ни на что не влияет. Как минимум потому, что жиробас встал. Но, с другой стороны, урона столько, что пофиг. Рециклом. Как-то так.